Ну, кстати, вот если вот комментатор написал, ну, скорее всего, это немножко паранойя, хотя я лайк поставил этому комментарию. Я там всем комментариям лайк и поставил под видео пассивного. Он написал, это типа слежка была по поводу ситуации с детьми. Даже если слежка, хотя это как-то параноидально выглядит. Ну, хорошо, даже если слежка, то пусть следят, ничего вообще. Ничего нету. Я просто просыпаюсь утром, работаю дворником. Возвращаюсь домой. Когда девчонки идут, я даже не смотрю на них. Вот честно. Я вообще не испытываю никому никакого увлечения. Тем более, меня можно даже на томографе проверить. Вот если бы я бы, знаешь, вот если бы я был президентом, я бы сделал такой томограф, который проверяет импульс, если есть сексуальный импульс. И там показывают картинки, допустим, там бы показывали картинки детей, там еще кого-то, животных. И я бы проверял таким образом на сексуальный импульс у человека. Но причем это я бы не так, что раз там и все, захомутали. Нет, многократно проверка была бы. И так бы мы определили психопатов, кто психопатом является, кто зоофилом, кто педобиром. И вот так бы мы все узнали при помощи специального томографа, который четко проверен. И то мы бы перепроверяли, действительно ли он правильно работает, чтобы не было ошибки. Если меня проверить на томографе, у меня вообще сексуального влечения к ребятишкам никому нету. Ни к животным, никаких извращений, ничего такого нет. Я вам скажу, какие порноактрисы мне нравятся на Порнхабе, которые я смотрел, когда еще его не закрыли в России на государственных провайдерах, интернет-провайдерах. Это как она там, забыл. Ну это, короче, все еврейки. Короче, как она там? Саша Фокс, которая такая с черными волосами такими, серьезными глазами. Райли Райт. Ну, то есть вот такие. И Свити Фокс, то есть такая, как Афродита, как Венера Милосская. То есть классическая, короче, ладно, извиняюсь, какую-то чушь несу. Пошлость какую-то про проституток на Порнхабе.